уникальные фотографии из архива семьи Щербачевых, представленные публике впервые. Личные вещи архитектора, а также фотографии построенных им зданий. В музее «Модерна» открылась выставка, посвященная жизни и творчеству самарского архитектора Александра Щербачева. Она приурочена к 165-летию со дня его рождения. Мы очень рады, что эта выставка у нас состоялась. Мы очень рады, что потомок семьи Щербачевых, Ольга Михайловна Щербачева, у которой хранится эта коллекция, этот семейный архив, вместе с Виталием Смогоровым решили создать, вот, представить публике вот такую прекрасную выставку, посвященную нашему архитектору. Он буквально создал облик Самары. С 1889 по 1899 годы Александр Щербачев занимал должность городского архитектора. В его обязанности входила разработка проектов на возведение зданий, выдача разрешений на строительство, контроль за соблюдением строительного устава. После ухода с должности он продолжил работу уже в частной мастерской. С 1900 по 1912 годы им построено около 50 зданий, среди которых особняк Сурожникова, дома Челышева, Шаховаловская больница, духовное училище, Римско-католический храм и особняк Клотта, в котором сейчас размещается детская картинная галерея. Ознакомиться с уникальными экспонатами в музей «Модерна» приехали глава Самары Елена Лапушкина и министр культуры Самарской области Ирина Калягина. Конечно, если говорить сегодня о выставке и о юбилее Александра Александровича Щербачева, конечно, как я уже сказала, мне кажется, это на самом деле огромное достояние нашего региона в сфере культуры и вообще как некий уже бренд региона. Та архитектура, замечательная музыка, архитектура, которая заложена в зданиях, построенных Александром Александровичем. И очень приятно, что многие эти здания сегодня живут, а в них располагаются учреждения культуры. Под экспозицию отведено 4 зала. Они разделены тематически. По словам родственницы архитектора Ольги Щербачевой, самая дорогая ее сердцу комната – та, в которой представлены его личные вещи. Вот в этой комнате, это вот, ну, моя душа, можно так сказать. Вот это вот фотографии, их вообще никто никогда не видел. Вот 50 лет вот эти фотографии – это уникальные фотографии Александра Александровича, он в Крыму. Это экранный камин, который он защищал вот от искр, от всего. Там нарисован ангел. В отдельном зале представлены фотографии зданий Александра Щербачева, сделанные современным самарским архитектором, заведующим кафедрой архитектуры СамГТУ, автором фундаментального исследования «Архитектура Александра и Петра Щербачевых в Самаре» Виталием Самогоровым. В центре зала расположены макеты домов Щербачева, созданные учениками детской школы-студии. Виктория Шара, Константин Головин. События.